В этом году стадион в Самаре стал домом еще для одного клуба РПЛ. Молодой коллектив Заура Тедеева уже успел громко заявить о себе на спортивном поприще. Приглашаем вас на знакомство с командой «Акрон» и проводим экскурсию по Академии Коноплева. Все это в новом выпуске программы «Время спорта» во вторник в 19:45.